Мудрость, слада при деньгах. Блять, а почему, сука, игра запускается, блять? Короче, сейчас, секундочку, извините. У меня почему-то игра воспроизводится из джойстика, блять. Понимаете? Не в наушнике, а из джойстика. Вот такая хуйня. Я не понимаю, почему. Ебать, надо было сначала все настроить, а потом запускать стрим. Но это я, нормально. Все нормально, нормально. Silent Hill. Как она называется, сука? Что, блядь? Здорово, Владу. Здорово. Стрима жаль, спасибо. Не потеряться в туман и не поймать инфаркт от испуга. А что, прям так страшно? Я вообще не думал, что это туда страшно. Если честно. Спасибо за 10 гривен. Геймпад L1. Ну, он типа работает, понимаешь? Но при этом через него воспроизводится звук. Какого-то хера, блять, я непонятно. Типа звук из джойстика, да. Звуковые настройки винды. Да вот у меня настройки, вот они. Ебать, а как по... Ебать, я не понимаю просто. Я хочу играть в игру, я не хочу, блять, настройки ебаные какие-то, сука. Какого хуя, блять? Я не хочу настраивать эту всю... Блять, теперь он запустился на правом мониторе. А, блять, ну блять, блять, ебать, блять, ну какого хера? О. Боже, какое чмо ебаное, прикинь. Фу, блядь. Эти байкеры, я ненавижу байкеров, блядь. Какую из любых, блядь, я любую нажимаю кнопку. Буду клава-мышь играть, мне похую. Я не знаю, блядь, как это решить, эту проблему ебаную. Я просто не ебу в рот. Привет, ты бы играл в компьютерные игры, если бы не стримы. Да, конечно. О. О, я починила, сука. Оно теперь вибрирует. Ебать, я починила. Вот, казалось бы, можно просто накричать на компьютерную игру. Ну, давай вот так. Смотри. Блядь. Владичек. Без понятия, что мне делать. Я приехал в город, и я должен искать свою жену. Но я ее даже не люблю. 1060 графончик вроде топ, не. А чё, типа, как для? Это вроде нормальная видюха, ёпта. Кстати, ноль элементов, с которыми можно взаимодействовать. Я так понимаю, что мне на кладбище надо пиздовать. Хотя я в рот не ебу. Может быть, моя жена там похоронена вообще? А, так это его жена. Я на заставку поставил стрима его жену и даже не в курсе об этом был. Ну да, это как будто в Днепр вернулся. Пиздец. Посмотрите на это. Просто вот это я жил в такой залупе примерно. Тополь 3 называется. Предметы вид сутни. А, я понял, блядь, начинается эта ебатория с ключами, блядь. Но я пока пробегаю, потому что просто Днепропетровск. Если американцы хотели, или это японцы... Японцы хотели меня удивить вот такими краевидами, блядь. Вот это 9 месяцев в году Днепр выглядит именно вот так. Вот, именно так. Что-то какой-то там прикол. Hey, wait. What is this? Что это? Ну, либо кровь, либо говно. Это конская полиция после себя такое оставляет. Кавалерия, блядь. Звуки мне не очень нравятся, кстати, вот эти. Еще больше цели рядуны. Но это либо кал, я говорю, либо кровь. Я так понимаю, что смысла подходить к дверям вообще никакого нет. А, или есть. Между этими домами пройти. Свернуть с дорожки, пасхалку найти какую-то левую. И вот в жизни я бы сюда не зашел ни за какие деньги, блядь. Вы можете взаимодействовать с позначенным белой тканиной объектами чем сам. Это какими, например? Вот этими? Не-не-не-не-не, братан, вот это, блядь, я их плохо сделал. Зачем я сюда... Ебать нахуй в рот, что за прикол? А фонарик где мой? А, меня заблокировало теперь. Замечательно. Не то чтобы я прям фанат такого времяпрепровождения, блядь.
типичная прогулка с Олегом Броварским, кстати. В детстве. Павук, здорово, наконец-то, блядь. Явился, не запылился. Это чё за хуета? Это жена? Блядь, что это? Это гей-клуб. Это латекс, это гей-клуб, смотри. Братан, давай пошиви... Ой, блядь. Что, это самое плохое оружие. God damn. Натиснить ноль, чтобы ухилитися. Блядь! Да что ты такое, в пизду? Я забыл, как бить. Как бить? Как бить, блядь? Какой клавишей бить, я забыл, в пизду, блядь. Да камон, ёпта. Да как бить, блядь? Is this what I saw in the fog? Whatever it is, it's not human. D-O-double-G. А я так и буду теперь красненький, да? Оно не проходит? Почему бы этой хуйне просто не... Почему бы этому просто не пройти, как в Call of Duty? Теперь у меня 0 хп, блядь. Сейчас окно закрою, блядь. Леворуч. Від, я провалився под лід, під. От дурацький текст, пиздец. Ліворуч, від, я провалився под лід, під. Блять, сука, где? Что? Блять! Ох ты ебать в рот! Так, пошло нахуй! Можно фото, Влад, пожалуйста, можно фото? Ебать! Сука, ебаная! Да, блядь! Дэм! Просимо мешканців не користуватися третім поверхом у зв'язку з ремонтними роботами. З повагою, адміністрація Woodside. А я буду пользоваться. Мені похуй. Набої для пістолета. А, погоди, два. Тобто я нахожу по два патрони. Я думав, я обоймами. Ой, пізда. Тобто тут вообще супер режим економії, да? Я нахожу, блядь, по два патрони все это время, понял? Та понял, понял, нахуй тут, що тут непонятно. А это що, это гильзы? А, ну да. Что тут неясного, блядь? Выстрелы везде, но он такой дебил. Три патрона. То есть тут вот так вот, да? Каждый патрон, сука, понял, на вес золота. Я хотел только что потестить стрельбу, короче, но я потом подумал, что лучше не стоит. Потому что рано или поздно одного патрона мне не хватит, и я буду орать. Нахуй, блядь, мало патронов. Найсик. Турника не хватает в квартире. Пиздец. Ай, блядь! А, то есть меня откинуло аж на момент, когда я нашел пистолет ебучий. Порил. Пацаки, ну это Габелла, блядь, ты шо, фу. Ебать ту будку. Пизда. Тебя задушили женскими ногами. Ну хоть так. Что-то хорошее в жизни. В житухе нелегкой, да? Ну так неплохая смерть. Удушье от кунилингуса, типа, знатного. Я, в принципе, даже не против. Ну типа, тебе 90 лет. Осталось 3 дня жить.
И тебя просто во время кунилингуса смерть твоя приходит, понял? На тебя садится красотка. Понял? На тебя садится красотка, и ты умираешь от удушья под кокаином. Ебать, ну кайф. Найс, все, сейвлюсь. Иду кушать салатик. Ну сейв такой себе, конечно, блять, потому что 0 хп у меня. Фу, блять. 20. Ну да, я полчаса не сейвился. Все, пацики, пора мне идти кушать, реально. Я бы еще поиграл с вами с удовольствием. Ну, голод не тетка, как говорят. Знаешь, голод не тетка. Давайте завтра увидимся, поиграем еще. Мне очень понравилась игра 10 из 10. Ну, без рофла. Очень хорошая игра компьютерная. Вообще без всяческих приколов. Очень хорошая, качественная. Пока, ребят, спасибо всем за внимание, за гроши и за респект. И за дизреспект. Все, поцеловал до завтра, примерно в 8 вечера. Не, я не буду дропать, я заплатил 1500 гривен, братан. Я должен ее пройти, обязан. Завтра в то же время на Ютубе или на Твиче, не знаю, на Ютубе скорее. Все, поцеловал всех, пока, до встречи. Опа, блядь, что, схавал? Да ладно, блядь, все, заткнись. Все, пока, не кринжуй, ладно.